Отряд юных инспекторов дорожного движения работает в третьей школе с 2014 года. Учащиеся занимаются пропагандой правил дорожного движения в городе и устраивают различные тематические мероприятия для школьников и взрослых. Ребята принимали участие в таких акциях, как «Внимание, дети», «День памяти жертв ДТП», «Пешеход» и не только. Мы как бы по школе ходим, участвуем во всех конкурсах по ЕИДО и на площади даже были. Вот, и как бы мне это очень нравится. По словам ребят, им очень нравится быть юидовцами. Хоть все члены команды еще юны, они делают замечания взрослым, касаемо правил дорожного движения. Очень часто, когда, вот, допустим, мы куда-то с мамой идем, и мама, если хочешь перейти дорогу в неположенном месте, хотя машин нету, мы все равно идем на пешеходный переход. Да. Я же юид, как-никак. Отряд юных инспекторов решил продемонстрировать свои знания правил дорожного движения в республиканском конкурсе, который будет проходить в городе Уфа под названием «Перекрестки детства». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти отборочный тур. Каждая команда города должна предоставить свою визитную карточку. Неделю назад ребята уже начали готовиться. Куратор отряда Венера Баязитовна совместно с руководителем клуба «Импульс» Еленой Закировой ежедневно репетирует над постановкой номера. Все задумки, все идеи мы делаем совместно с детьми. Дети все творческие. Мы помогаем, даем идею, они все это разворачивают. И получаются интересные номера. В своем выступлении ребята соединили песни, танцы, стихотворения. И все про правила дорожного движения. Коллектив телекомпании желает отряду юных инспекторов хорошего выступления и победы. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».